друзья, приветствуем вас на нашем канале Юрий и Лариса Ивановы Лайф. И сегодня на дворе 9 октября, а мы продолжаем делать заготовки. И сегодня у нас такая заготовка, как перец лечо. Это очень нами любимая заготовочка, которую мы делаем на зиму. И ребятишки любят с макарошками, ну и мы сами. И сегодня я просмотрела свой ролик, я уже снимала в 2016 году перец лечо. Я сегодня его посмотрела и решила немножко все подкорректировать. И овощи немножко изменила их состав. И, конечно же, подсолнечное масло. Хочу уменьшить до минимальных пределов его. Почему я решила это сделать? Потому как нам хватает с Юрой как бы небольшого количества. Ну, будем угощать ребятишек. И в 2016 году я снимала этот ролик, и когда я пересмотрела, там много непонятного. Для тех, кто вновь начинает готовить, там много чего непонятного, а для меня-то все понятно, потому что я-то готовлю этот перец уже давно, как мы поженились, это одна из первых заготовок наших. Но сегодня мы разберем все по полочкам и постараемся все точно рассказать, что и чего я кладу. Я сегодня взяла 3 килограмма помидор. Они у меня всякие разные, но вы не смотрите на это, потому как я их буду обрезать. Они мне нужны в перекрученном виде, в чистом, 3 килограмма. 2 килограмма перца. Перец у меня тоже всякий разный, домашний, который в остатках есть. Килограмм лука, килограмм моркови. Тоже всякой мелочи взяла. Сегодня я немножко по-другому сготовлю этот перчик. Ну и почему я еще решила сготовить этот перчик? У меня сноха обожает эту, можно сказать, больше всех нас, эту закусочку такую, ну, решила как бы ее порадовать. Это по количеству ингредиентов, вступление небольшое, леща кинула. Так, теперь 100 грамм сахара и 150 миллилитров масла я взяла. Соль мы будем добавлять по вкусу. И будем сегодня добавлять 9% уксус, готовый перец. Когда будем, перед тем, как уже будем разливать его по баночкам, тогда мы и добавим. Можете взять перец горошек, можете лавровый лист, все, что хотите, все, что вы пожелаете. Ну вот я сегодня постараюсь обойтись тем, что показала. И для начала я крошу морковь, потому как мне ее надо обжарить, и буду ее обжаривать. Наливаем масло, даем ему немного прогреться и будем высыпать морковь. Измельчаем лук как угодно, потому что мы его будем потом перекручивать, когда обжарим, после обжарки. Наливаем масло в сковородку, в соседнюю, и даем ему прогреться, и будем обжаривать на нем лук. В процессе обжарки перемешиваем. Чтобы процесс происходил побыстрее, я занимаюсь помидорами. Все обрезаю, то, что не нужно с них. Морковку и лук я обжариваю на умеренном огне. Крышкой не накрываю. Перекручиваем помидоры нашей любимой мясорубкой. Мы перекрутили помидоры и
Я ошибочно сказала, что 3 килограмма. Их 3,5 килограмма. Еще раз обращаю внимание. И теперь мне нужно их прокипятить 10 минут. Сейчас мы будем крошить перчик. А перчик крошим как вам больше нравится. Пока у меня обжаривается лук и морковь, я вот занимаюсь перчиком, чтобы время зря не пропадало. А чем ты будешь резать? Я помочь Ларисе. Ты сейчас мелочи мне напилишь. Бери доску. Перец покрошили. Теперь мы перекручиваем обжаренный лук. Теперь перекручиваем морковь. Вот такая вот она получилась. При помощи вот такой импровизированной мясорубки, дрель плюс советская мясорубка. Лук и морковь мы перекрутили. Сейчас мы будем обжаривать перец. Я делю масло на 2 сковороды. Перец я обжарила, но до того момента, чтобы он цвет не терял. Вот смотрите, какой он получился. И у кого возникнет вопрос, до какого состояния была обжарена морковь и лук, это было обжарено до готовности. И тут на сцену выходит моя старушка-кастрюля, всеми любимая. 10 минут помидоры я прокипятила, так как у меня сюда ничего не войдет. Я свою любимую кастрюлю достала, помощницу свою. Сейчас это у меня все закипит, и я буду туда наполнять ее овощами. Закипели помидоры. И я овощи туда опускаю. И не забываем помешивать, потому что пригорит. Кладем перцы. Перемешиваю. Ах, фантастический запашок. Высыпаем соли. Я 90 грамм завешала. И сахара 100 грамм. Вот все хорошо перемешала. Варим минут 10. Проварила я 10 минут. И теперь я добавляю 120 миллилитров 9% столового уксуса. Теперь это все закипает. И я готовила баночки. Я их стерилизую в духовке. И тут у меня крышки кипят. Достаю банку. Достаю горячую баночку. Крышечку. Ой, крышечку. Вот таков нелегкий труд. Заготовок. Заготовщика. Готовимся пережить зиму. Можно даже перевернуть. Люди любят переворачивать. Кастрюлю освободила подчистую. Даже на пробу ничего не оставила. На выходе получилось 6 литров. Я думаю, зимой наша семья будет очень рада покушать такую вкусную закусочку, как салат лечо. Я на этой нотке с вами прощаюсь. Всем желаю заготовок без бомбажа. Всем самого-самого крепкого-крепкого здоровья и всего самого наилучшего. До следующих роликов. Всем пока-пока. Пока-пока. Сибирского здоровья всем.